А тюменские изобретатели уже покоряют космос. Молодые ученые, старшеклассники и студенты ставили перед собой грандиозные цели – запустить спутник на орбиту Земли. Космический аппарат UTMN, разработанный школьниками, студентами и учеными Тюменского госуниверситета, оснащен камерой, которая позволяет проводить исследования разливов нефти в Арктике и прогнозировать развитие экологической ситуации на этой территории. Его вывели на орбиту еще в августе прошлого года, однако теперь за спутником можно наблюдать на специальной онлайн-карте проекта SpaceP. В разработке космического аппарата приняли участие 2 педагога и 18 школьников и студентов. Все они победители федеральных конкурсов.